3, 2, 1. Просто я пытаюсь играть от синобита. Ебани эту пизду сверху, пожалуйста, очень прошу. Ну, как я тебе ебану? Мне дайте надо сначала. Ну, давай, давай, здесь с тобой. У меня не настолько длинная писка. Это мы знаем, а при чем тут куча? А по игре есть инфа. Ну, да. По игре есть инфа, ты гей. Да, блядь, я попаду по кому-нибудь на сегодня, или кто? Добейте, добейте, стою, один удар, я один удар, все. И сейчас он попадет, да? Да как? Красиво, красиво. Всё. Ой, я хуком попал, когда слоумо началось финаль, да? Да-да, вот именно что, в слоумо. Как профи. Леня продефилировал. Майкл Джексон такой. Ой, господи, это что такое? Как она меня увидела? Ты, Лёнь, знаешь, когда люди видят штуку мою? Когда ты штанов достаешь. И то тяжело, конечно, разглядеть. Когда люди видят штуку мою, когда ты снимаешь штаны, да? Ну, Сомбра в невидимость же уходит, вроде так ее звать. Когда ты штанов достаешь. И то тяжело, конечно, разглядеть. Приходится прищуриваться. Такие вы, конечно, ублюдки, блядь. Давай, Денис, у тебя одна one job, короче, убивать фару. Поэтому ж вы и друзья, вы ж все такие. В этом и смысл. Да, блядь, я опять заблудился в этой ебучей карте, где обход? Короче, я фару убил, ладно, я понял. Я понял, как все это будет работать, так что... Да я заблудился в локации, я не понял, где я. Да, понятно, понятно. Просто вообще раскатали нас, как да, детей. Да, просто пиздец. Красиво. Я убил фару, пацаны. Классно, хорош. Молодец. На меня Думфист вышел со словами «Dodge this» и промазал. По-моему, не хомяка взяли. От этого увернись. Ну, не хомяка взяли. Так что, ладно, давай ты тогда убивай хомяка. Че это было? Это что такое вообще было это? Что это было, реально? Да я захожу за угол, а там хомяк на меня смотрит, блядь. И дрочит. Блядь, они меня что-то зафокусили, пиздец. Ты 4 чувака ебало. А по игре инфа есть? Ну куда ты, Денис? Ну Ханза не получился, ну... Турбосвин не получился. У этого вообще надо попадать в голову. Ну надо же, надо. Да я понимаю, я такой же конченый. Я, кстати, ультой Макри так и не научился пользоваться. И похуй, как его там зовут. Я помню его под именем Макри. А его переименовали из-за того, что он был назван в честь какого-то чела, из которого уволили со студии из-за скандала. Да, в честь одного из, из разработчиков вроде как. Вот, вот так всегда. Джест! Вот это что сейчас было, Денис, блядь? Это была ульта Сайден. Какого хуя тебе не понять? Хорош. Ноль киллов, я надеюсь, сделал. Я не увидел. Да я тебе больше того скажу, ноль выстрелов. Закарасил просто, блядь. Я тоже умею вовремя ульту прожимать. Бим-бим-бер-бам-бам! Сука. Похоже. Похоже на расизм. Да. Так, я чуть не забыл, но я вспомнил. Вот. Короче, фотка. Денис вышел ультить на Макри. Не, Саня, я когда последний раз играл, я, короче, опять золото пытался выбить на... уже на Скар, короче, и... У меня 3 раза подряд игра вылетела, когда я пытался это сделать. Там надо либо на старые... А проверку ты делал, Заки, да? Я сделал, да, я все Заки сделал, я ебучих гайдов почитал кучу. В итоге я просто насрал в Steam. Паны, и расплакался. Ой-ой-ой, ой, уехали, блядь. Сука! Денис, ты куда? А он что, не умер, что ли? Такой Денис, конечно, Даша путешественница. Не вижу причин не пойти в компетитив.
Я вижу причин. Я не хочу потеть. Слабые. Мы слабые, зато веселые. А так будет, знаешь, сильные, но злые. Еще и выебанные. Кого-то мне это напоминает. Настя веселится, вся остальная команда. Бурчать, ругаться, играть всерьез. Да, конечно, у меня настрой сбивает, я тоже начинаю тильт ловить. А когда я ловлю тильт, я вообще, у меня руки сразу растут из, блядь, из поперечно-ободочной кишки. Не шопы даже. У вас жилки киберспортивные. Блядь, жилки на чужом хуе нету у нас. Да, будет геморройная жилка. Как у меня. Бля, мне сегодня раздраконили очко просто, пиздец. Чё? Бля. А по игре что-то есть? Бам, сука! Минус Макри и минус я. Да нет, блять, в игре никакого Макри, вы заебали. Я вам просто сменил имя, но мы все помним. Он Песиди. Песиди. Песиди? Макпи. Песиди, по-моему, его сейчас зовут. Бля, Костя, пока ты не пришел, вы играли полтора часа, ни одной шутки про хуй не было, я тебе клянусь. Да, кстати, я не верю. Пришел, блядь, Песиди. Смотри, сейчас будет весело, смотри. Не было весело, люди. Мне не было весело. Не было. Ты куда ультанул, в стену, блядь, или чё? Нет. Весельчак. Нет, под тачанкой, но никого не уронил. Да мне надо со щитом стоять просто, вы меня лечите, а я буду щит держать, и всё, у них нету медиков. Не атакуйте, они сами придут, и всё. Главное держать свой щит, чтобы он не вывалился в штаны. Угу. Ой. Уснул маленько. Охуительный план, да, надежный, как швейцарские часы. Ну да, ну там есть перс, который дротиками с усыплином хуячит. Вставай на работу, пора. Блять, вспомнил про усыплин и такой, блять, хочу продолжить играть в Робокопа. Интересно, они дали какой-то лорный обоснуй тому, что они переименовали персонажа? Не знаю. Потому что, ладно, типа, озвучку сменили, как для Хонаса Васкиса. Просто сделали вид, что ничего не произошло. Люди такие, его и так никто не мейнит. Сейчас вообще им противно играть. Из-за голос... другой озвучки? Да, то, что голос противный. Я понимаю, я из этого не могу играть этой. И бедная, блин, противница Майерса, которая... А, Люси Строуд? Лори Строуд. Лори Строуд. Строуд. Стоп. Я не могу говорить нормально, отстаньте. У меня голос озвучки на перфекционе, пипец. Это невозможно. И опять меня убили. Да, ты... Эти, ты трясюк. И опять меня убили. Да, ты опять куда-то один утопал? Нет, я внизу был, я не знаю, вы слепые. Ты за поворотом был. Ты чё, ты ушел за 5 километров? Да, вы опять сзади стояли. Так ты ж сам нам сказал сзади стоять, ждать, пока да, я не пойду. Да, не-не, я... Блять, вот эти Ленины просто роты. Ну вот ты всегда предлагаешь по плану какой-то план, они действительно начинают ему следовать. Выполняешь предлагаешь по-серьёзки, они нихуя не следуют. Предлагаешь сделать по-простому, так и так, ничего не произошло, все умерли. Хочу новый мерасаж какой-нибудь, чтобы побегать по крышам от первого лица. Прое говно. Хоть так. Где-то побегать по крышам, да? Ну, типа, ну, вообще, без шуток, если да. Не, она... не знаю, вторая неплохая была. Она не была такой прорывной, Mirror Sage, но мне было интересно играть. Мне нравится вот это ощущение бега, которое присутствует в Dragon Age. Неизведанное, да. Ты прав. Ощущение бега, понимаю. Я только понял! Ты вот еще его помнишь, я нет. Что такое этот ваш бег? Ну я же бегал, бежал к автобусу на работе. Потом, правда, чуть легкие не выплевывал, пока ну, доезжали мне, до работы. Мне иногда снится, что я езжу за рулем или на велосипеде, я никогда этого не делала. Ну видишь, а то, что ты бегаешь, не снится, потому что этого ты тоже никогда не делала. Потому что я начну бежать, я такая медленно бегу, начну лететь. И лететь во сне проще, чем бежать. Даже во сне. Даже... Ой, господи, я не ту кнопку нажал. Вот, было у меня такое недавно. А, ну нормально сработало. Вообще нормально.
Нормально, мисс Клик мы и разыграли. Неплохо, неплохо. Это вот пятерых он сейчас. Это последнее, да. Он очень красиво сделал. Ага. Вот я там ультанул, и он ультанул, и все. Да, неплохо. И на последний Денис сейчас. Да. Я пришел, попрыгал такой, типа, я тоже хочу. Покатай меня, большая черепаха. Давай, Даша, петушественница, запрыгивай. Петушественница. Это заки, по-моему. Это как коровче. Да, ну, у него и этот... Песиди, а не кесиди. Петушественница. Короче. Хрену прям вялого. Чего хапнул вялого? Хрепнул прям вялого. А, ну да. Хрепнул. Хорошее название для плохого пива. Хрепнул вялого, ну да, кстати. Костян так и не ответил. Это просто мы дожидаемся, когда фрукты уже належатся, у нас начинаем их есть. Ну хули они недозревшие приходят? Они, у них есть два состояния, недозревшие и подбродившие. Делился с аватаркой. Подними микрофон. Поднял? Ну, теперь говори. Заки, ты его на три этажа вверх поднял, что ли? Так и оставь. Он его на затылок убрал. А что там вы нас в чате Уэса забулили? Почему? За что? Да не знаю, сейчас банить начну всех. Не трогайте Уэса, он мягкий. Как халуми. Такой халуми. Ебать, повар, блядь, в чате. Пиздаря идет, короче говоря. Блядь, пиздаря, в смысле, идет к нам. Пиздаря. Что за словесное недержание? Хорош, Леня. Трейсер там, блядь, скачет, как угорелый, телепортируется, блинкуется. Леня просто подошел, молотком поебал, хрясь. Сейчас все будет. Не все отрезкались? Да, наверное. А, так хорошо, так хорош. Хорош. Блин, как геймплей мне бы понравился. Ну, эту ульту еще вовремя надо проюзать. У меня с ним проблемы. Я, ладно, мне никогда не играть в Overwatch. Я вас понял, сэр. Ну ничего, я когда соберусь играть, я тебе скажу, чтобы ты скачала и пойдешь с нами. Страшно, очень страшно. Когда-нибудь я это соберу... Когда-нибудь Даша я... не хочет никогда побеждать в играх, поэтому берет меня с собой. Понимаешь, смотри, я когда-нибудь соберусь, и уже точно знаю после того, что я сейчас сказал, в комментариях к этому видео Катай напишет «жду». Или «когда». Ты какой-то просто билборд убил своей ульты. Да-да-да, это был хороший момент. Говнорежим, может сразу выйдем? Давайте выйдем, да. Нормальную карту сыграем. Нормальную карту чего? Да ну, нет, давай выйдем. Давай я хочу на этой козелее, блядь, играть. Козелее. Что, месить будем их, Денис? Да там 4 человека. А я с ультой. А, с ультой? Давай, погнали. Да, все сдохли, уже не надо. Дава всех убила. Лол. Как? Это наш? Их, по-моему, ебанул хэдшот. Когда Денис удивился, куда все делись, по-моему. Да, пока мы с ним там собирались всех разъебать. Да-да-да-да-да. Просто. В этом ячишки в кулачишки с Димой, блядь, 10 секунд собирали. Выходим, и никого нет. Капец. Она без ульты их убрала. Ой, классно. Это пиво? Видать, матчмейкинг охренительный. Случился. Ну, тут же персонажи это абсолютно разные все, ну, типа, по большей части. И кто-то должен ее контрить, все дела. Понятное дело, но противники, значит, вала и бали, раз она так все равно разнесла. Они даже не только скилл. Ну да. Назад, нахуй. Нормально сейчас было. Хорошо, да. Че, Сайдет в угол стоит ебалом? Блять, у меня игра вылетела на секунду.
На секунду, я, значит, вернулся. Я перевожу с эдитовского пиздежа на русский, я свернулся. Ребята, мне нет отключился, я хотел сказать. Ага. Бля. А с нами ты говоришь телепатии, да? Ну, я говорю... Пошел ты нахуй, блядь! У него написано, что он left the game, на самом деле. Вообще, на самом деле, так бывает, что тебя даже в Дискорде особо не прерывает, когда у тебя этот мигнул интернет, а из игры ты вылететь успел. Ну, так это, Сайда также сейчас реагирует на эту шутку. Я просто такая, короче, как-то ходила по карте. Летала. Такое периодически Грави случается. Уже выкинула. Я не очень понимаю, как оно работает. Я ливнул. Странно, что-то не затащил у них Ханза. You guys should learn what fun is. And not try hard like a pig. Нас трайхардами назвали? Да, я увидел, да. Like pigs, блядь, понял? Они пикнули 4 танка и Ханза, блядь. Ну да, и такие, ну вот не весело, нихуя. Да-да, против нас трайхардеры, да-да-да. Ой-ой. Гениально. Дамаг некому вносить было. Ирис, хватит. Все закопано уже. Пиздец, блядь. Кот? Посрет потом, просто 15 минут барабанит лотком по полу. Классика кошиная. У нас двое таких. Старшая сходила по стелсу, младшая научилась у среднего. До последнего будет хреначить это, когтями зацепляя сетку лотка и облоток, тыдыщ-быдыщ. Да-да, пока ее не выгонят оттуда. Прям как я. Спасибо за просмотр. До скорого.